Здравствуйте, друзья! Доброе калифорнийское утро. Мы видим холмы такие. Это Санта-Крус, это возле океана. Вы, может быть, видите океан тут. Но вот вроде бы тучки такие, знаете. И горы-то невысокие совсем. Но красиво смотрится. Штиль сегодня просто полный, какой-то невероятный штиль. Может быть, так дальше мы пройдем, там какая-то волна появится, а здесь просто все уснуло. Да, друзья, если у вас есть парусник, то вы знаете, что отсутствие ветра не повод, чтобы не выйти в море. Вот аналогично у нас тут ребята вот, вышли на воду там, со своими досками. Волны особо нет, но это их не останавливает. Им хорошо и без волны. Так они там плавают, общаются. Это такой клуб фактически. Редко. Вот то, что вы сейчас видите, волна какая-то пошла, это просто какое-то редкое, так раз в 20 минут такое. Но никого не смущает, пожалуйста, плавают. Прям как памятник какой-то, правда? Да, с птичкой, да. И видно, что отлив. Вот у нас тут, так обычно это все водой залито. Так вот, вы слышите звук там-тамов? Я развернусь сейчас, покажу. Звук там-тамов. Надо сказать, что к чисто такому слуховому, акустическому компоненту добавляется обонятельный. Тут пахнет марихуанкой. Да, девушка играет на гитаре, но гитары не слышно. Может, она по ней просто постукивает. До этого девушка сидела и какие делала эзотерические движения все-таки, обращаясь к высшим силам. И вот знакомый нашему зрителю собачий пляж. Не от того, что жизнь собачья, а от того, что здесь выгуливают собачек. Вот их там много, если вы видите. И вот... Что? Девушка идет в неизвестность. Мы не знаем. Так вот, собачки. За счет того, что отлив, пляж стал таким большим. А собачек немного. Хочу, друзья, сказать, что у меня есть приспособление совершенно замечательное. Вот это ручка, она откручивается. Вот видите, колесико крутится. Ручка откручивается к любой камере. Прекрасно приделывается, вот, в частности, к этой. И это очень удобно, потому что в противном случае пришлось бы камеру держать вот так. Вот так. И не всегда удобно. Вот, а так вот... Ходишь, снимаешь, и намного стабильнее, меньше тряски, намного меньше, чем вот когда вот так, как ни странно. Вообще живность тут повсеместная. Птички, даже не знаю, как называются-то. Воробьями не назовешь. Ну, я и говорю, мелкие, но не воробьи. И такие чернявые, такие. Ну, поди знай. Куда девушка не пропала? Сейчас Светлана беспокоилась. Она прекрасно себя примостилась тут. Не знаю. Может быть, думает о вечном. Отдыхают люди. Называется Ice Plant. Как по-русски, не знаю. Растение в основном растет вдоль берега, прямо вблизи, хотя иногда бывает и в других местах. Сегодня такой день живой природы. Вы видите, друзья, как хозяева устроили фотосессию своим собачкам. Но их ненадолго хватило. А этих вот, кроме меня, никто не снимает.
Друзья, я смотрю на этот замечательный продукт такого обрастания, не знаю, мох это, не мох, ну, допустим, это мох, и если это мох, то я тогда вспоминаю анекдот, есть, как Пушкин пошел с дамами гулять, и начали играть в прятки, и Пушкин спрятался во мху. Не надо. Ну, в общем, Пушкин спрятался во мху. А дальше я рассказывать не буду. Вот этот водопад, друзья, как бы искусственный. То есть это дождевые воды стекают в этом месте в океан. Так обычно его там нету.